Но! Латва не так быстро. Так, ну что, хочется выполнить задание самое интересное. Как раз вот Сигир Ойвин. Там и карты заодно в каких-то заданиях должны быть. Ну а дополнительные потом. Гвинт, игра по-скеллигски, вот это интересная штука. Ну потом через пару заданий можно будет и в гвинт поиграть, а к 26 уровню там или 25 собирать сет какой-нибудь, чертежи опять. Что-то не помню, что здесь за подземелье.
Явина, чем... Подозрительно ты выглядишь, прибуда. Шевелись, плотва. Веди себя прилично, ведьмак. Здравствуй. Здравствуй. Покажи мне сук. Ну конечно, блин, если палец и по 12 килограмм. Будь здоров. Замечательно.
Помоги! Никак не сдвину эту проклятую плиту! Наверное, те, кто положил ее на саркофаг, предвидели визит расхитителей гробниц. А, ты же не знаешь, кто я? Не знаю. Профессор Вермонт Йон. Оксенфордский университет. Кафедра прикладной археологии. Согласно одной старинной карте, в этом саркофаге находится бесценный манускрипт эльфов. Рукопись из Дар-А. Возможно, он прольет свет на конфликт эльфов Айн-Эйли и Айн-Сида. Ну так как, поможешь мне? Ну хорошо, откроем саркофаг. Помоги-ка. Блёда Глевин! Это вампир. Наверное, он здесь регенерирует. Еще 5 минуточек. Что, уже 1358? Нет. Ну так и пиздуйте отсюда. Эх, вечно со мной происходит что-то такое. Ну да ладно. Откроем еще раз. Зачем? Ты видел там хоть один эльфский манускрипт? Я не успел рассмотреть. Может, он положил его под голову? Будь по-твоему, откроем еще раз. Ну чего еще? Каждую минуту будут стучать, уроды. Хватит уже! Стоило его трогать. Жаль, что ты не дал мне с ним поговорить. Может, он знал что-нибудь о манускрипте? Мне не показалось, что он хотел разговаривать. Ну, может, и к лучшему. Ладно, спасибо. Будь здоров. Оставь в покое бедных людей.
Да, неплохо. Так как есть слюна вампира, можно заняться крафтом каких-нибудь масел, эликсиров. Надо подойти к сундучку. Заварил ты кашу в этом самом Лок-Муине. Так, что у нас тут с алхимией? Это вроде продается, дуванчики есть. Яда глава глаза, конечно, нет. Эти две точно, скорее всего, сделаем. Так, слюна есть. Смолы лешего нет, так что пока что нет. Яда Василиска тоже не то.
одной приблудой. Прощай. Исчезни, пока я не потерял тебя. Крутой выискался. Куда ли? Привет. Позволь. Вот зараза, крушину надо взять, ну потом возьму в сундуке. Но рецепта Ребиса пока нет. Так, значит, в сундуке взять крушину. А, ну и тут тоже ребис. Значит, ребис и рецепт надо искать. Thank you.
Вот это можно сделать. Так, рецепт Ребиса. Может, как-нибудь найдется. Но так неплохо закрафтили. Как насчет партии в Гвинт? Thank you.
странная карта, не помню какую.
Отличные бомбы. Вот это, кстати, забыл выкинуть. Так, то есть 25% силы атаки дает, критический удар 10%, сила критического удара и снижение сопротивления урона у вампиров. Так, а улучшенное что дают? Все то же самое, только без снижения урона. Обычные поменьше дают. Белый волк! Куды ты, баран ты? Страдаю от бедности! Белый волк! Добрый день! Хороший день для торговли. Тяжко. Ой, тяжко. Лотва, ты чё, с ума сошла, что ли? Видел новых официантов? Нет. А есть на что глаз положить? Ещё как. Старые девушки приехали из краёв, которые захватил Нильга. Тогда придётся какой-нибудь. Барахло-то не продал. А когда ты последний раз мыл голову? Мечи выш. Пока. Так, вот эти можно, кстати, разобрать, так как уже отвар мы сделали.
Будь здоров. Есть здесь кто? Открывайте. Чего ломишься? Бани закрытые. Мне нужно встретиться с хозяином. Я знаю, что он здесь. Ну и что с того? Занят он. Передай ему, что Геральт из Ривии хочет с ним поговорить. Не могу обещать, что у господина Ройвена найдется время. Давай поспорим. Ну хорошо, я попробую. Прошу обождать. Сиги Ройвен вас ждет. Меня зовут Гапен. Встреча проходит в бане. Однако сперва надобно зайти в раздевалку. Там вы сможете оставить одежду. Пойдем. Тут можно раздеться. Вещички ваши будут в безопасности. Замечательно. Сиги Ройвен ожидает в следующем зале. Эй, белоголовый! Красивое тело. Ты была права, он не краснеет. А ублюдок младший отрезал ему руку и велел засунуть ему в зад. А потом отослал тело обратно, с рукой протянутой в знак согласия. Я создана для любви. Просмотр денег стоит. Мы только время теряем, а дело проще простого. Спокойно, Тесак. Ублюдок младший выходит из игры. Мой секретарь все вам напишет. Нет у тебя секретаря. А младшего мы уберем только когда все будут за. Ройвен, твой гость. Хера ты его впустил? Я хотел с ним поговорить. Это Геральт из Ривии. Рад снова тебя видеть. А я, сука, один не в курсе. Ты кто еще такой? Пусть наш хозяин обо мне расскажет. Это ведьмак. Тот самый, что сперва предотвратил покушение на Фольтеста. А потом убил этого достославного короля. Якобы я не убивал Фольтеста. Здравствуй, Дикстра, Ройвен, или как прикажешь тебя называть. Последнюю нашу встречу Геральт меня здорово побил и сломал мне ногу. Интересно, с чем он пришел сейчас. У вас гости? Кто-то вломился в бане. Несколько людей. Что этот провидец хренов несет? А, убийцы! За
Твою мать, я как знал! Оружие-то есть? Найдется. С голой жопой я еще не бился! Хорошая работа. Прошу прощения за инцидент.
охрана подвела. Я непременно сделаю из этого выводы. Это люди, ублюдка. Делай пока выводы из этого. Не начинай, особенно при гостях. Он пришел за минуту до нападения. Случайность? Я так не думаю. Пусть он сам все объяснит. Ты не представишь меня своим знакомым? Хорошо, здесь нет Гапена. Ох, он бы отругал меня за скверные манеры. Франциско Бедлама ты знаешь. Впрочем, кто не слышал об этом меценате и покровителе мелких предпринимателей? Краснолюд — это Карл Варезе по прозвищу Тесак. Он больше по части развлечений. Я ищу ублюдка младшего. Интересно. Чего ты от него хочешь? Это мое дело. Геральт чрезвычайно нервно оберегает свою личную жизнь. Следить за ним всегда было кошмаром. Когда он искал Меригольд, то был более открыт. Вашу мать, господа! Вас что, благодушие обуяло? Ублюдок хочет нас убить, и сделает это рано или поздно, значит, мы должны убить его первыми. Так что сидите тут и пускайте пузыри под водой. А я пойду, вышлю молодцов по всем точкам ублюдка. Пусть поднимут шухер и выкурят паршивца. А ты, как там тебя, если хочешь найти ублюдка, приходи ко мне. Есть мысли, где искать ублюдка младшего? Буду признателен за любую подсказку. Сиги. Давай попробуем. Геральт умеет искать людей, и он не болтлив, что само по себе ценно. В таком случае я вас оставляю. Я зайду завтра. Закончим разговор. Так что, может, оденемся? Неплохая мысль. А потом поговорим приватно. Что было, то было. Но хорошо встретить старого друга, благодаря которому я так часто принимаю ванны. Если благодаря мне ты становишься чище, значит, стоило тебе ломать эту ногу. Представляешь, она скверно срослась. Теперь я отмачиваю ее в горячей воде, по крайней мере, по 6 раз в день. Иначе она гудит, как колокола в Бокляре на рассвете. Я сделал это не без причины. Если бы ты не переходил мне дорогу, нога у тебя была бы цела. Понимаю. Клянусь, если бы я мог повернуть время вспять, то вел бы себя на Танаде иначе. Например, приказал бы моим людям тебя убить, а не связывать. Слушай, ты Ровен, точнее Дикстра, потому что у меня нет настроения играть в псевдонимы и разные шпионские игры. Я пришел по конкретному делу. Если хочешь меня выслушать, выслушай, а если нет... Избавь меня от своих блестящих реплик и просто вышвырни за дверь. Да говори, мне не жалко. Думаешь, Тесак найдет ублюдка? Может и найдет. Только спалит при этом полгорода, а это нам ни к чему. Не связывайся с ним, действуй сам. Что ты предлагаешь? Пройдись по всем местам в сфере влияния ублюдка, осмотрись. Но только аккуратно. Не вламывайся с полными штанами гнева. Не круши, не убивай. А твои партнеры знают о твоем прошлом? Они знают, что на самом деле тебя зовут Сигизмунд Дикстра, и что ты был главой риданской разведки? Если бы я вместе с Тесаком, Бедламом и Ублюдком построил мельницу и молол муку для окрестных крестьян, тогда бы мы были партнерами. А то, что нам приходится договариваться, еще не делает из нас партнеров. Знают ли они, кем я был? Бедлам наверняка. Остальные, думаю, догадываются. Мы это не обсуждаем. Почему ты, Бедлам, не хотите войны с ублюдком младшим? Я всегда говорил королю Визимиру, что война никаких проблем не решает.
она лишь порождает проблемы, которые затем приходится решать иными средствами. За начинаниями ублюдка кто-то стоит. Я не хочу его убивать, пока не пойму, кто. Может, действительно стоит поспрашивать в городе? Даже если младший сидит в укрытии, деньги-то ему приносят? Ублюдок получает доходы главным образом от азартных игр. Он контролирует самое большое казино в городе. Помню, иерарх Хемельфарт проиграл там когда-то перстень с рубином. И такой разразился скандал. Есть еще арена в городских подземельях. Доход со ставок куда меньше, чем с казино. Зато там всегда нужны охранники. Еще можешь заглянуть в дом ублюдка. Вряд ли ты застанешь его самого, но вдруг найдешь что-нибудь интересное. Ты говорил, у ублюдка есть дом в городе? Вполне солидная недвижимость. Сразу за мостом на Храмовый остров. Только ублюдок не дурак, чтобы там отсиживаться. Так где эта арена? В каналах. Под Золотым кварталом. Но вход туда из кварталов бедноты, в обрезках. Ублюдок обожает добрую драку. Думаю, он с радостью поглядит на ведьмака в действии. Где находится казино? Недалеко от башен городской стражи. Официально ублюдок не имеет с казино ничего общего. Так что следи за тем, что говоришь, чтобы не вызывать подозрений. Я попробую найти ублюдка-младшего в казино или на арене. Пожалуй, все-таки поговорю с тесаком. Делай, что хочешь, только будь осторожен. Ублюдок ждет ответного удара. В этом я не сомневаюсь. Спасибо за помощь, Дикстра. Ну иди уже, ведьмак. А, да. Если ублюдка так и не найдешь, возвращайся. Я отлично знаю эту каналью, может, что придумаю. От шпиона до преступника. Интересный путь. На самом деле это одно и то же. Работа с информаторами, переговоры, подкупы, иногда заказные убийства. Старые трюки. Да, но когда-то ты делал все это во имя идеи. А сейчас? А сейчас я решил, что хватит служить идеологии. Пора работать на себя. И пока что у меня неплохо получается. Ты общаешься с Родовидом? Я вижу, шутки тебе удаются. Нет, я с ним не общаюсь и надеюсь, что не буду. Он не простил тебе заговора с Филиппой Эльхард? Родовид не прощает. Никому и никогда. А уж особенно чародейкам из ложи. А что с Филиппой Эльхард? Есть какие-то новости? Только хорошие. А именно? После того, как Родовид выколол ей глаза, она исчезла. Если все сложилось к лучшему, то она уже принимает земляные ванны. Я думал, вы были близки. Были. А потом Филиппа подослала ко мне убийц. Слушай, может, ты знаешь, что стало с Лютиком? То же, что с каждым, кто перейдет младшему дорогу. То есть? Сидит в окружении гурий, а они кормят его пирожками с соловьиными язычками и поят молодым вином. Ну, Геральт, что с ним может быть? Лежит, должно быть, на дне Понтера вместе с этой своей мандолиной. С лютней. По мне, так пусть себе там гниет хоть с Валторной. Какой-то ты резкий стал. Тебя что-то беспокоит? Ах, прости. Понимаешь, с тех пор, как у меня начался климакс, случаются такие приливы. И я сильно нервничаю. Дикстра, у мужиков климакса не бывает. Ты же знаешь. Знаю, болван. А еще я знаю, что срать ты хотел на мои проблемы. Зачем пришел? Ты видишь меня насквозь. Мне нужна работа. Я думал, ты подбросишь мне заказ монстра какого-нибудь. Да, пожалуй, ты мог бы мне помочь. И тогда бы я, например, поспрашивал о Лютике.
Выяснил бы, что с ним стало. Я так понимаю, кроме сведений о Лютике, ты мне еще и денег дашь? Ничего не бывает даром, да? Интересно, когда тебя МГР нанимал, ты был такой же языкастый? Кто тебе это сказал? Как кто? МГР? Ха-ха. Не буду же я выдавать моих информаторов. Это было бы очень непрофессионально. Но хватит сплетенок. Да заплачу я тебе, заплачу. Ну так что, я могу на тебя рассчитывать? Ну, попозже возьмемся за его заказ. Можно с ним сейчас в карты сыграть. У меня сейчас нет времени. Ну так возвращайся, когда будет.